Блестит и радует соседей. Вачинский местный житель установил на одной из улиц постамент с бюстом Ленина. Позолоченная голова вождя была выполнена на заказ. На массивном пьедестале напечатаны годы жизни политического деятеля и краткая справка о его деятельности. Автор идеи попросил не раскрывать своей личности. Он сообщил, что работает в строительстве и бюст установил сам лично неподалеку от дома, чтобы молодежь не забывала исторических деятелей. В будущем он планирует создать целую аллею в память о выдающихся личностях. Следующая будет партизанка, герой Зоя Космодемьянская. Соседи из окрестных домов идею патриотично настроенного Ачинска поддерживают. Это же в любом случае наша история. И как бы лично я, учась в школе, только с положительной стороны изучал Владимира Ильича, поэтому, ну, я, конечно же, приветствую такие вещи.